сегодняшний концерт мы решили посвятить такому важному событию, как присвоение нашему городу почетного звания «Город воинской славы». 8 октября 2007 года указом президента было присвоено нашему городу Ельцу именно это почетное звание. Следует напомнить, что город Елец и Елецкий железнодорожный узел внесли большой вклад в победу советских войск над фашистами в 1942 году. В 1941 году в декабре проводилась Елецкая наступательная операция, которая фактически не дала немцам дойти до столицы. Именно за эти заслуги наш город удостоился такой чести. Ну и, конечно же, очень символично, что этот концерт проходит именно в музее воинской славы. Мы сердечно благодарим администрацию музея за радушный и теплый прием. Благодарим директора Андросову Елену Львовну. Спасибо вам большое. И думаю, в память о наших предках, защищавших нашу Родину, будет уместно исполнить разнообразные по характеру произведения. Если они видят нас с небес и своих правнуков, а я уверена, что они их видят, они очень рады за них, рады, что своей игрой на красивейшем инструменте они воспевают все самое прекрасное, что есть в этом мире. В репертуаре нашего ансамбля достаточно большое количество произведений, сегодня все вы их услышите. Среди них и сочинения нашего земляка, любимого композитора Тихона Николаевича Хлебникова. Мы чтим память о нем, и вот уже на протяжении многих лет стараемся включать его произведения в наш репертуар. Ну и начать наше выступление мне хотелось бы с благодарности к нашим мамам, которые терпеливо, добросовестно, изо дня в день водили своих детей на репетиции, чтобы состоялся этот концерт. Еще хотелось бы отметить, что атмосфера, которая царит в нашем классе, только благодаря тесному сотрудничеству на уроках с родителями. И сейчас я приглашаю на нашу миниатюрную сцену образцовый ансамбль скрипачей «Веселый смычок». Для вас мы исполним очень известную мелодию из советского румынско-французского музыкального фильма «Мама». Все вы его видели, особенно более старшее поколение. Представляю вам нашего прекрасного концертмейстера, это Наумов Андрей Владимирович. Для вас, дорогие мамы, композитор Жерар Буржуа «Мама». Для вас прозвучит все.
всеми нами любимая танго Остапа Бендера из комической оперы «Золотой теленок». Thank you.
Итак, я приглашаю на эту сцену младший ансамбль скрипачей «Веселенький смычочек» и в роли концертмейстера Перегудову Варвару. В исполнении младшего ансамбля «Веселенький смычочек» вы услышите песню «Цыплятки» композитора Аркадия Филипенко, аккомпанирует Перегудова Варвара.
исполняли в свое время, музыка этого композитора достаточно простая, но очень мелодичная. И сейчас я приглашаю на сцену солистку Перегудову Варвару. Кстати, хочу отметить, что Перегудова Варвара в этом году была удостоена чести быть представленной на доске почета юной дарования города Ельца.
оперный, видимо, композитора прекрасно это получилось. Итак, для вас Евгений Дога, вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Thank you.
не может смотреть на эти ужасы. Одну из известнейших тем к этому фильму написал американский композитор и дирижер Джон Уильямс. Скрипичное соло в фильме «За кадром» исполняет всемирно известный, выдающийся скрипач Ицхак Перлман. Ну, Перлман, конечно, надо родиться, но мы очень постараемся, чтобы вы прониклись нашим исполнением. И в память об ушедших в этой беспощадной войне звучит главная тема из кинофильма «Список Шиндлера», композитор Джон Уильямс. Любовь, который звучит в финале балета «Любовь из
с творческим союзом Брамса и венгерского скрипача Ремини. Музыканты часто гастролировали и исполняли народные венгерские мелодии, импровизировали их. Так и появились известные венгерские танцы Брамса. Но они были написаны для фортепиано. А вот скрипичное переложение было сделано преданным другом Брамса, скрипачом Йозефом Иохимом. Один из танцев вы услышите в исполнении дуэта скрипачей Перегудовой Варвары и Ефремовой Анастасии. Привет, Виталий, 5.
чистом и полном любви мире, с которым навсегда, к сожалению, пришлось распрощаться юному и очень несчастному главному герою.